У эфиры программа «Новины региона» у студии Катерина Городницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску глядите. Займае больш за 130 гектараў баршэўнік Сасноўскага, дзе вырастае і як уплывае на здароўе. Чакаюць больш за 100 тысяч чалавек. Свята Александрыі збірае сяброў, мяняе фармат. Крама аўтазапчастак – мыйка для аўтамабіляў, якія нішы займае прадпрымальніцкая дзейнасць у сельскай мясцовасці. У Могилевской области амаль 22,5 тысячи индивидуальных предпринимальников. Переважно большая из них, более за 19 тысяч, працуют в сфере послуг и гандли. Предпринимальники развиваются в этих направках и в сельских районах. Наш репортаж с Бялыничаў. Крама аўтазапчастак і аўтамайстэрня ў Бялынічах – папулярнае месца. Аўтамабіляў у горадзе і раёне, як і паўсюль, становіцца ўсё болей, так што бізнес прадпрымальніка Александра Спадабаева застаецца запатрабаваным. Ідэя нарадзілася ў часе стажыроўкі ў Англіі. Начыналі мы сначала з ларка. З маленькага. Маленькі ларок, да, маленькі. Ну, это было 2005 год. На данный момент мы уже 4 года находимся в этом здании. Мы его построили. Ну и сейчас, как видите, вот ассортимент наш товар. Бизнес поступово развивается. В аутосервисе щодня ремонтуются 5-7 автомобилей. И для райцентра это нормально. Набор работ стандартный, але кошты, кажут, ниже и за столичные. Машин может больше становится, но новее они не становятся. Поэтому запчасти были, будут и останутся. У ближайших планах господаров мыйка для автомобилей. Зауважим, что побач местится и фирма конкурентов, так что доводится рухаться наперед и развивать бизнес, как не стратить свою нишу на рынку. Разом с послугами у Бялыничах развивается и гандаль. Некоторые из предпринимальников ведут свой гандлевый бизнес уже больше за 20 годов, але перш чем з'явиться прыгожим крамом, на первый шапик доводилось зараблять, например, сбором лесных ягод. Не только ягоды. Картошку сею, даже вот на то время 1000 рублей, значит, сдавал 1000 рублей, значит, свиней держал, свиноматки, там, ну, короче, и те самые, и клюкву, в основном помогла клюква. Андрей Шут радит молодым коллегам предпринимальников для поспеху более працовать и приязно с повагой ставиться до людей. А улады лечат, что чем более людей прийдет до их с жаданием организовать свою справу, тем лепей и на свою корысть, и громадству. Пополняется нашу казну налогами, ну и, соответственно, себе тоже польза и, скажем так, самозанятость. То, что сегодня это новые рабочие места, то, что сегодня требует глава государства, и то, что сегодня, на что сегодня нацелена вся наша работа. Сегодня в Бялынинском районе более за 250 приватных предпринимальников и 62 коммерцийные организации. Все лето колькость их повеличилась не на шмат, але все ж рух есть. Илона Иванова, Юра Уласов, «Новины региона». Четвертого липня помер актер Могилевского областного драматичного театра, заслуженный артист РСФСР Александр Палкин. Ему было 79 годов. Как узгадывают у драмтеатра, Александр Александрович был выдатный, талиновитый актер и наставник. За годы своей богатой творчей деятельности артист отыграл множество ролей, больше за 60 из них на сцене Могилевского областного драматичного театра. Так само он поставил 7 спектаклей. 6 липня у 12:30 у Могилевском драматичном театре отбудется громадянская панихида. Развитаться с артистом смогут все жадающие. Александр Палкин будет похованы на лаусановских могилках. С 5 липня у Могилеве начинается черговый этап отключения горячей воды. Яно придется на Заднепровье, в улице Симонова, Кутепова, Габровскую, Островского, проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебский проспект. Тут горячей воды не будет до 18 липня. Специалисты нагадывают, при возникновении аварийных ситуаций одразу телефонуйте по номеру в Могилеве 27 65 57 28 12 48. Специалисты могилевских тепловых сеток нагадывают, что график гидравлических испытов и профилактичных работ был изменен. И после месячного перепынку под великим тиском протягнуть проверять трубы, каб вызначить нетрывалое место. Потом на основе подобных испытов и обследования робится план ремонту. Например, подчас первой шарги отключения заменили 93 метра тепловых сеток по улице Сурганова. Зараз планируют заменить каля 100 метров по улице Симонова. С 27 липня до 8 жнивня горячую воду планируют отключить
лічыць у цэнтры. Гэта вуліцы Ленінская, Піянерская, Першамайская, праспект Міру, мікрараён Юбілейны, вуліцы Грышна і частку 30 год перамогі. І апошнімі адключэнні гарачай вады закрануць вуліцы Жамчужную, Каштановую, Турава, Крывуліна, Кулібіна, Крупскай. Тут гарачай вады не будзе з 16 па 29 жніўня. Зацверджаны графік дадатковых рэйсаў гарадскіх аўтобусаў і тралейбусаў. Яны будуць развозіць пасажыраў, якія будуць вяртацца ў Магілёў са свята Александрэя збірае сяброў. Нагадаем, на Купалі ў Шклоўскі раён запрашаюць сёлета 8-9 ліпеня. Арганізатары абяцаюць цікавую праграму. Сёлета свята Александрэя збірае сяброў мяняе фармат і пашыраецца да міжнароднага фестывалю. Чакаецца, што ўдзел прымуць 8 краін: Літва, Латвія, Эстонія, Польша, Германія, Казахстан, Украіна і Расія. Святочна праграма ад традыцыйных падворкаў, канцэртаў народных калектываў, бартэр-балкі. Сёлета прапануюць конкурс купальскага вянка і маладзёжную квэст-гульню. Цэнтральнай падзеяй свята стане міжнароднае эстрадна-цыркавое шоу «Купальскі сон». А ўвогуле будуць задзейнічаны каля 1300 артыстаў. 8 ліпеня ў 23:45 пачнецца свята феерверкаў. Сёлета залпы будуць запускаць пад нацыянальную музыку краін-удзельніц. Чакаецца, што ў Александрыю завітаюць больш за 100 тысяч гасцей. Далучайцеся. Для зручнасці арганізуюць дадатковы транспарт. Падчас прыбыцця цягнякоў з Александрыі у 00:35 і ў 01:05 людзей у розныя бакі горада развязуць аўтобусы нумар 4, 8, 24 і 45, тралейбусы нумар 2 і нумар 4. 8 немаўлят з'явіліся на свет у Магілёве ў дзень незалежнасці Беларусі 3 ліпеня. Па добрай традыцыі актывісты рэспубліканскага грамадскага аб'яднання Беларусь наведалі радзільныя дамы і асабіста павіншавалі кожную маці з нараджэннем новых грамадзян нашай дзяржавы. 7 дзяўчынак і 1 хлопчык. Менавіта такую каманду падарыў дзень незалежнасці Магілёву. У гэты дзень Вольга Радзькова другім разам стала маці. Сыну 14, і вось на свет з'явілася маленькая Маргарытка. І прынесла ў сям'ю Радзьковых яшчэ больш радасці. Эмоцыі перапаўняюць, а віншаванні і падарункі ад актывістаў грамадскага аб'яднання «Беларусь» яшчэ больш уздымаюць настрой. Не ожидала, конечно, очень приятно. Спасибо большое за то, что все-таки поддерживает и государство, і лежым у хорошых условиях. У падарунак усё самае неабходнае: падгузнікі для немаўлят, карысная для маці малочная прадукцыя і музычная хвілінка для добрага настрою. Арганізатары ўпэўнены, станоўчыя эмоцыі ў гэты перыяд для жанчын вельмі неабходныя. Паддзяржанне матерей, вот создание условий для іх медицинского обслуживания для их детей – это одна из стратегических частей государственной политики нашего страны, нашего города. Накануне вот эти юбилейные даты вот, в городе Могилеве прошло ряд знаковых событий именно в системе здравоохранения. У Белой Руси зразумеюць, як важна выхаваць годных грамадзян сваёй дзяржавы, таму мацярынству і дзяцінству надаюць шмат увагі. Алена Мілюшэнкова, Александр Тарасаў, «Навіны рэгіёна». Баршэўнік Сасноўскага ў Магілёўскай вобласці расце амаль у 200 месцаў на тэрыторыі больш за 130 гектараў. Самыя вялікія плошчы з гэтымі інвазіўнымі раслінамі ў Магілёве ў Бялынінскім і Шклоўскім раёнах. Каб спыніць яго распаўсюджванне, ў ход ідуць усе метады барацьбы – ад механічных да хімічных. Баршчэўнік Сасноўскага ў Быхаўскім раёне расце ў Смалицкім і Краснаслабодскім сельсаветах. Тэрыторыя 12 гектараў, і ў хуткім часе іх плануюць цалкам вярнуць у севаабарот, дзякуючы комплексу па барацьбе з інвазіўнай раслінай. Мы снімаем заражоны пладародны слой почвы, да, з паслядучай задзелкай яго на глыбіну свыше 50 сантиметров и нанесением потом уже незараженного плодородного слоя почвы на обработанный участок земли. На участках, которых возможно произвести вспашку, мы производим вспашку, да, с последующим засевом уже травосемян, многолетними травами злаковыми, да, чтобы они подавляли, да, и не давали возможности в схожести семян борщевика Сосновского. Гэты участок земли у восень перапахали и засеяли просом. Баршчэўнік пророс только и день и день. Для максимального эффекта на земли гэтак же попрацуют несколько разов и потом вернуть землю у себя оборот. У областном комитете природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя лічуць гэты метод самым эффективным, але прымяніць его удается не паўсюль. А те, которые недоступны для механической обработки, ну, проходим мы, работники проходят и скашивают его в течение вегетативного периода. Порядка 7-8 раз приходится его скашивать.
Гэты метод только и стрымливая распаусюджвание баршевника. Найбольше эффективные химичные и комбинированные методы. Летость на борьбу со шкодной раслиной в Выховском районе выдатковали 3000 рублей, сёлета 5000. Головное припынить яе распаусюджвание, а у идеале на угол знищить. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко, новина региона. Дзяржаўтаінспекцыя працягвае профілактыку дарожнага дзіцячага траўматызму. Падчас летняга адпачынку інспектары ДАІ працуюць ва ўсіх лагерах. Без увагі не застануцца і самыя маленькія ўдзельнікі дарожнага руху. З ведамі пра бяспеку ДАІ завітала ў 115-й дзіцячы садок Магілёва. Мы ўчастнікі дарожнага движэння. Мы знаем все правила. Пешаход должен переходить дорогу по зебре. Малые імкнуцца прадэманстраваць усё, што ведаюць пра бяспеку на дарозе. Перад інспектарам ДАІ не збянтэжваюцца і адказваюць на ўсе пытанні дакладна. Баба-яга, на какой ты ходзіш свет? На красный. Правильно, мы так нас учили в школе. Правильно мы переходзім улицу? Нет. Знаёміцца з правіламі дарожнага руху цяпер у садку будуць і па яркіх малюнках. Падарункам стала таксама і магчымасць адчуць сябе інспектарам. Машына ДАІ доўга была абчэплена малымі. Совместно с органами образования начинаем работать по предупреждению детского травматизма, уже начиная с детских садов. Это очень важно, потому что это мы будем иметь дисциплинированных пешеходов, а в будущем это дисциплинированные водители. Для нас это очень важно. Наши дети посмотрели, что такое техника, да? Они получили интересные буклеты, и с ними мы будем в дальнейшем работать, чтобы воспитать правильное поведение на дорогах. Про гульню и танцы дошколятам простей дознаться про серьезные речи. Это добро, разумеют дорослые. Тому и ладить такие святы. Легкие для воспринимания и вельми важные для життя. У светофора три цвета. Какие? Зеленый, желтый и красный. А на какой цвет должны переходить пешеходы? Зеленый. Я узнала, что правила дорожного движения надо соблюдать. Посмотреть, слева и налево. Супрацовники ДАІ обещают дойти до кожной дошкольной установы. Класс! Олеся Рыбалка, Юрий Уласов, новини региона. Малюнак на будинку музея истории Могилева практически завершены. Засталося литерально несколько дней для опошних мастацких штрихов. Проект Могилевского мастака Рыгора Шараева присвечены старому Могилеву и его майстрам. Гэты малюнак упрыгожил старый будинок на улице Ленинской у Могилеве поблизу ратуши. Ён належит музею истории города. После ремонту им разместится фондосховище экспозиции. Але пакуль мастацкий малюнак на стене обещает стать одним из популярных мест для фотографования и селфи. На малюнках герб Могилева, выявы майстров, мотивы ведомой гравюры 1702 года под назвой «Град Могилев» и упрыгажение по мотивах могилевских стародруков. Мастаки обещали размалявать стену за месяц, але атрымалася нават раней. Выник працы усім подобается. И у звяз 750-годзем с дня нараджэння Могилева мастаки зарабили свое головное пожадание жыхарам областного центра. Поэтому мирного неба. Все. У Могилеве амаль у центры города гулял лось. Сахатага ночью спочатку зауважили на улице Якубовского на аутостоянце каля фабрики абутку, потом каля гаражного массива на космонавтов. Природоохоўнікі отловили звера и отпустили у лес. Специалисты ветстанции определили, что лось здоровый. То есть он не больной, то есть нет никаких видимых повреждений, которые бы угрожали его здоровью. И вывезен в лесной массив в районе деревни Тишовка. Они забредают к нам, потому что, наверное, по всей видимости, они остаются одни. То есть, и поэтому они не совсем, наверное, знают, что делать дальше. Был всегда при матери, а сейчас остался один. Здесь много факторов, которые, наверное, влияют. Это могут быть и собаки, могут быть и другие животные. Кто-то, может, напугал, а может, кто-то потерял ориентировку. У нас уже, по-моему, второй или третий это случай в этом сезоне. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilev.by. А я с вами развитываюсь. Заставайтесь с нами. Thank you.